ГИБДД Смоленской области проводит профилактическую акцию «Пешеход». Мероприятие призвано напомнить водителям о правилах проезда «Зебры» и тем самым снизить ДТП на этих участках дороги. На территории города Десногорска сообщаю вам, что проводится операция, оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход», направленное на предупреждение дорожно-транспортных происшествий вблизи пешеходных переходов. В условиях плохой видимости и перепадов температур соблюдение скоростного режима становится особенно важно. Тормозной путь автомобиля иногда увеличивается в разы. Это нужно учитывать и пешеходам. Переходить проезжую часть нужно только в предназначенных для этого местах. Но и это не всегда гарантирует абсолютную безопасность. Носите светоотражающие элементы, чтобы другие водители также само обращали на вас внимание и видели вас до того, как вы начнете движение через пешеходный переход. Непредоставление преимущества пешеходу на наземном переходе наказывается штрафом от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. Профилактическое мероприятие проводится с 23 по 27 ноября.